Ребята, всем привет! Вы на канале Ева Кос. Со мной сегодня моя сестра Полина. Ну что ж, Полинка, ты готова начинать видео? Давай пока не будем краситься. Да, за кадром, извиняюсь, что за кадром будет моя сестра Мия. Сегодня у нас видео. Взрослая косметика против детской косметики. Мне кажется, такой формат вам понравится, тем более с моей любимой сестрой Полинкой. Ей 4 года, но скоро уже будет 5 лет. Так, ребят, вот у нас есть зеркало. Мы в это зеркало будем смотреться. Я буду красить взрослой косметикой Полинку. Она меня детской косметикой будет... И она меня будет красить детской косметикой. Так что давайте же начнем поскорее это видео. Давай. Так, ребят, ну что ж, сейчас я буду красить своего зубастика. Так, ребят, вот у меня здесь косметичка. Давайте начнем с какого-нибудь ухода. Я беру вот такой вот кремушек и мажу ей кожу рук. Ну, это просто чистая формальность такая. Он, кстати, с манго Полине не понравился, как пахнет. Вот так вот. Сейчас я все домажу без вас. Ребята, ну что ж, я уже помазала вот этим кремушком за 139 рублей. Цена у нее нормальная. Так, теперь я начну красить. И начну я с... Давайте посмотрим, что у меня есть. Ну, начну я, конечно, с основы и всего такого прочего. Я немного, конечно, косметики... Взяла, вот. Но взяла какую-то косметику я. Взяла свои самые такие нужные кисточки мне. А, так. Пирсинг взяла даже. Ну, пирсинг мы не будем использовать. А, так. Ну что ж, я предлагаю начать с основы. Конечно, это ребенок. Это, конечно, ребенок. Так, ребят, начну я с основы. У меня есть вот такой вот кушон от Исиул. Кушон. Я его наношу прям слегка, слегка. Вот, вот такой вот кушончик. Так, открываем его. И здесь вот так вот. Вот так вот. И я буду наносить такой вот кисточкой. Ну, сначала я вот так пальчиком слегка. Так. Я ей буду наносить немного, так как это ребенок. Сейчас нанесу без вас. Так, ребят, ну что ж, я докрасила. Следующее у нас будет губки. Я даю выбор Полинке. Чем мы будем красить? У меня есть вот такой вот от Kiss Beauty. Короче, он, видите, с цветочком там. Маска для губ от Beauty Bomb из коллекции Caram Baby. Или Pure Pow Pow. Выбирай, что хочешь. Вот это. Масочку для губ. Хорошо. Она выбрала масочку для губ. Может быть, все-таки это? Смотри, не, он с блесточками. Не хочу я, блин. Блесточки не хочешь. Окей. Все, ребят, нанесли. Теперь я буду красить тени. Выбираем тени. Я хочу двойные, наверное, какие-то тени выбрать. И накрасить ее двойными. Ламейла у меня есть палеточка. И Huda Beauty. Давай. Так, я выбираю сама. Так, я хочу, наверное, Полинки какими-то яркими накрасить. Поэтому вот беру такую кисточку. И выбираю яркий цвет. Начинать я буду вот с такого вот цвета. Беру и на уголок глаза наношу. Так, ребят. Давай. Закрывай глаз. Так вот, ребят. Ей максимально легкие тени выбрала, из которых у меня есть. Так. Ребят, конечно, не судите строго, вот как у нас получилось уголки сделать. Это ребенок, он постоянно дрыгается, ну и тому подобное.
Следующий я хочу, чтобы он переливался в какой-нибудь такой нежный оттенок. И это я буду красить палетки Sparkly Huda Beauty. Наверное, цвет Тедди, ребят. А вот взяла, это. Взяла кисточку. Давай начинать красить. Это потом. Так, ребят, это взрослая косметика сейчас. Потом, ребят, по лайкам я, ребят, короче, оценю, кто за какой макияж. Если вы наберете 10 лайков, то это за детский макияж. Если вы наберете 8 лайков, то это за взрослый макияж. Ребят, смотрите, я и большой такой, типа, стрелки сделала. Сейчас сделаю остальное. Ребята, посмотрите, какая чудная девочка. Просто посмотрите. Да, я, конечно, большие штуки сделала, но так и задумано. Теперь я беру вот такой вот глиттер из лимитированной коллекции Vivienne Sabo. Из коллекции N. Leon. Лимитирочка, ребят, такой уже нету. Так, какой цвет выбираешь? Давай я выбираю. Белый. Белый, мне кажется, да, сюда больше всего подойдет. Наношу их вот сюда. Это самый крутой глиттер. Все, ребят. Давай еще немножечко нанесем. Потому что как-то вот эта щека отличается у нас. Все, ребят, я нанесла, и наш макияж подошел к концу. Посмотрите, какой макияжик. Очень яркий. Теперь она делает макияж детской косметикой, которой я не пользовался. Не пользовалась. Сейчас маме покажу. Не пользовалась, наверное, лет 5. Ну что ж, теперь меня красит Полинка, собственно, персона. Давай. Чем будешь красить меня? Давай без этой штуки. Пудра-то мне зачем? О май гош! Можно я покажу это? У кого такие были, пишите, ребят. Давай я. Я в твоем распоряжении. Только давай побыстрее красить. Я предлагаю маленькую кисточку брать. Какой цвет? Любой, который хочешь. Мы нашли оранжевый. У меня глаз не выпали. Кисточка нормальная, до такого размера. Че? Кисточка хорошего, да, размера подходит, да, сюда. Да. Где разница? Накрашена? Не накрашена. Разницы не видно. Вот такие кисточки мои. Давай, крась меня быстрее. Вы профессионал? Никак. Ребят, мне нанесли пудру. Сейчас. О, как красиво. Дай губки. Короче, мы сейчас будем выбирать колечки. Давай выбираем колечки. Сейчас. Так, давай открывай колечки. Какой выбираешь? Любой, который ты выберешь. У меня уже как бы есть колечки. Вот этот. Вот он. Колечко. Налезет мне кольцо. Оп. Видишь, налез. А я сама выберу сама. По звёздочку. Себе? Да. Я еще. Ну, а всем пока-пока. Мы пошли смывать наши макияжи. 8 лайков это косметика взрослая, 10 лайков детская косметика. Всем пока-пока! Пока!